Все, всем привет. Выезжаем на рыбалку. Сейчас мы находимся в гостинице. В общем, сейчас поедем скоро на рыбалочку. Договорились с катерком. Сейчас перекусим. И, как говорится, в бой. В общем, вот такой вот. Сняли помещение, такой дом большой. Это гостиница. Вот, здесь есть бассейн. Ну что, все, выезжаем на рыбалку. Сынок нас повезет. Приехал в отпуск, теперь катает батю на рыбалке. Вот такая здесь рыба появилась. Я сейчас разорву. Ты смотри, что за рыба, блин, сверху непонятно. Да? Отчаливаем. Ну, что же это? Олеон. Поехали, как говорится. Пошли. Это ты дал. Красава. Сколько штук зацепил? Почти на все крючочки. Молодца! Слушай, здесь покрупнее даже, да, чуть-чуть пошла? Глядишь, скоро акул начнем ловить. Вот она, красотка. Вот они. Вот это прикол. Блин, мне нравится такая рыбалка. Ты тоже первый раз на такой рыбалке? Прикольненько, прикольненько, что могу сказать. Вот такая рыбина маленькая, но говорят, жареная такая вкусная. Ну все, рыбалка на катере прошла успешно. Решил опуститься в морскую пучину и попробовать поискать рыбу. И после этого собирался поплавать, пострелять. Думаю, схожу на разведочку, посмотрю, что у нас плавает. Постреляю. Но никакой рыбы я не нашел. В общем, все видите сами. Конечно, было бы замечательно, если бы я нашел хотя бы выбросу, на которую можно было выйти на подводную охоту. Но мои старания все были напрасны. Холодная вода дала о себе знать. И рыба вся ушла. Это 100%. Только из-за холодного течения. В общем, охота у меня не получилась. Но хоть что-то получилось в моем морском опыте. Так что я ни о чем не жалею. Всем привет. В общем, подписывайтесь на канал. Всем привет. Сегодня 28.06. В общем, выехал на море. Попробую там порыбачить. Погода замечательная стоит. Попробую и под водой поплавать, показать, что там на море есть, что там водится. Ну и попробовать из берега порыбачить, может быть, с лодки. Посмотрим, что у нас получится с этого. Кстати, едем в Лермонтово. Сейчас едем, пробочка небольшая вот здесь. Сейчас серпантины начинаются. Вроде выехали, пробок не показывал, а сейчас уже
все больше и больше их становится. Надо было еще чуть раньше выехать. Выехали из дома в 6 утра. Надо было часов в 5 выезжать. Я смотрел, тогда вообще пробок не было. Так что, вот так вот. Здесь образом, если какая-то возможность вообще посмотреть, как же там было Викита, утреннее шоу «Бригада У». Из Кирова сегодня вещает, конечно, не заходить на сайт ebpress.ru, присоединяйтесь к прямой трансляции. И сегодня очень важный день, кто уже поедет. В общем, как говорится, поехали. Вперед из песни. Продолжаем наше движение. Пробочка закончилась. Сейчас вот последний серпантин. Поедем. Поедем. Помчимся. В общем, такая вот красота у нас вокруг. Ребята, жду не дождусь, когда подводную рыбалкой займусь. Взял ружье с собой. Подводное ружье взял с собой, в общем, попробую с ним поплавать, пострелять. Раньше занимался подводной охотой, рыбалкой, как она там называется. Есть и костюм, и ружье, и маски, и ласты. Правда, не нашел профессиональной маски. Буду в обычной, но все равно. Приехали на море. Сейчас покажу вам все. Вот такая вот красота. Только еще море не видать. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Лермонтово. Вот здесь будем и купаться, и отдыхать. Выезжаем на рыбалку. Сейчас мы находимся в гостинице. В общем, сейчас поедем скоро на рыбалочку. Договорились с катерком. Сейчас перекусим. И, как говорится, в бой. В общем, вот такой вот сняли помещение. Такой дом большой. Ну, как гостиница. Вот здесь есть бассейн. Беседка, ну, короче, места много. Тингинка называется. Вот погода вроде ничего, но ветер северный. Капитан корабля говорит, на котором мы поедем, что при таком ветре клев плохой, но все равно попробуем что-нибудь поймать. Может, удача будет на нашей стороне. Ну что? Все, выезжаем на рыбалку. Сынок нас повезет. Приехал в отпуск, теперь катает батю на рыбалке. Ну, что скажу, ни хвоста, ни чешуи, да? Главное еще рыбки поймать сегодня. Я думаю, все будет хорошо. Подъехали на речку. Сейчас вот будем спускаться к воде. А вот наш пароход стоит. Походу, вот он. Сейчас хозяин такой подъедет. Он там рыба плавает. Славик их хлебом кормит, сколько их подплыло, да? Они там рвут этот хлеб. Вот такая вот красота. Присмотри, что за рыба, блин, сверху непонятно. Да? Это сачок. Сачок-то. Да. Сколько ее, да, здесь? Голодная.
Слушай, ну крупнее нет, крупнее в море, наверное, да? Здесь только молоть. Да, вон я как собралось. Пошел, пошел. Здрасте. Здрасте. Вам подать? Да, я возьму. Машинка ваша или? Нет, нет. 01. Машина уехала. Наша. Ага. Ну, называйтесь, проходите. Все понятно. Опа. Так, да по чухе можно сюда, да? Куда-нибудь. Вот такой катер. Гальон даже есть, да? Катер не надо. Чего они там пошли? Вот такая вот красота. Интересно, вывернется одного раза или нет? Куда все бананы деваются, до таблетки с катерами? С берега их не достают, а здесь вот, пожалуйста, все стоит здесь. Вся развлекаловка заходит сюда, в речку. На встречу попались рыбаки. В общем, сказали, что рыбы нету. Ну, мы не отчаиваемся. Пытаемся поймать что-нибудь. Уходим в открытое море. Тут тоже рыбаки сидят, пытаются наловить чего-то с пирса. Выдали вот такие вот удочки, туман, вот с такими крючочками, крючочки острые. Туман, туманище, как молоко. Сейчас придем на место и будем рыбалить. Крючки хорошие, поверил. Приехали на место, да? Я так понял. Сейчас будем забрасывать наши удочки. Сердце тает весенним теплом и застучим. Пелена, пелена, как осенний туман. То ли летом зима, то ли сон и обман. Назад надо идти, рыбачить? Неудобно. Все, спасибо, попробуем. Не, пока нету, надо трезвым начать. Так.
крючков много. И все цепляются, да? Сейчас. Опускай вниз. Я сам, да, да, просто опускай. До дна. Опускаем до дна, да, или как? Не под руку мне. Вон там уже рыба плавает. Ух ты, походу уже что-то там дергает, что ли. Сколько ее. Вот это да. Да? А вот такая вот у нас рыба ловится. Такую берем или отпускаем? Я не знаю просто. Да? Да. Я говорю, такую рыбку берем или отпускаем? Конечно, она жареная, тушеная. Да? Отлично. Так, ведерко надо. Что у тебя зацепилось? Короче, первый заброс, 4 штучки сразу попалось. Вот такой вот. Говорят, жареная вкусная. Так что будем пробовать. Крючочки острые. Ух ты! Красава! 4 штуки тоже, да? Да вон ведро свое закидывай. Будем соревноваться. Да. Кто больше поймает? А? За спину, да? Сейчас поднимаем, смотрим. В прошлый раз до дна не опустил и рыбы не было. Сейчас глянем. Во! Уже вижу, есть 2 штучки. Одна улетела. Ну ничего. Вон там тоже тягают. Че, вот так вот надо, да? Да, там так делают. Ну, напротив тоже, видишь. Кстати, бегает вот здесь, вот видно, ее поднимается даже. Когда ты поднимал, за крючками охотится. Оп. Один штук только. Да, первый раз было получше. Да, ты знаешь, я так понял, что она наоборот, когда опускается, попадается, да? Сейчас посмотрим. Твою технику будем пробивать. И тоже еще лапку даешь, она сходит, да? Получается. О, красава. Молодец. Сегодня жареха будет, да? А у меня пустоган. Опускаем обратно.
Я говорю, надо угадать, в каких слоях она плавает. Берет. А то я со дна опускаю, ничего нету. Ты как, дед, тоже со дна берешь, да? Ага, голяк, видишь? Сейчас чуть приподнимем здесь вот. Поработаем. Но она косяками подходит. В верхних слоях берет, слышишь? Прямо вот здесь вот. Ух ты как. Глянь, сколько их. Ты видал? Ты видал? Блин, ну половина улетает. А, надо до конца поднять, да? А он разве заскочил? Перед подходом и вертикально вот так удочку ставишь, сразу раз запустим. Ага, все, я понял. Сейчас научимся. Мой первый раз на такой рыбалке. Ага. Знаешь, 3 метра и все. Блин, ну правда сходит много, да? Я говорю, сходит много. Поднимаешь, ну, пока. Да, она срывается. Ага. Вот, раз, выше удочку. Вот так раз и в катер. Да, да, да. Если упадет в катер, и не знаю. Ну да. Это ты дал. Красава. Сколько штук зацепил? Почти на все крючочки. Молодца. Слушай, здесь покрупнее даже, да, чуть-чуть пошла. Видишь, скоро акул начнем ловить. В общем, мы выяснили, что глубоко не надо, да? Здесь буквально на метра 3-4 глубиной ходит. Карабинчик плохо, что заскакивает вовнутрь. Так, все. Вот буквально вот эта вот глубина. Ага, уже тарабанит. О, ломает удочку. Поднимаем. Ого, 2 штучки вижу. Вот они. Ага. Нам капитан сказал, удочки надо в лодку затягивать, да? А то мы пытались их там над водой снимать, чтобы лодку не пачкать. Оказывается, можно сюда затягивать, ничего страшного. Шибко не испачкается. Так, рыбалка продолжается. Ну-ка покажи мастер-класс, как ты до этого вытягиваешь. Ты до дна кидаешь опять, да? Не, а я чуть-чуть, 4 метра. Опускаю и все. Капитан тоже ловит. Увлекательная рыбалка. О, красавчик! Где она у тебя взяла в основном? Молодец! Там, смотри, у тебя одна завалилась рыбка, правда? Надо будет ее достать.
нету. Вот реально она ходит где-то в средних слоях. На глубине не клюет. Нашел. Потерю нашел. Чтобы не спутались у нас. О, по-моему, что-то клюнуло. Да, до средних слоев поднял и клюнуло. А так что-то вообще не клюет. Вот она, красотка. Вот они. Вот это прикол. Блин, мне нравится такая рыбалка. Ты тоже первый раз на такой рыбалке? Да. Прикольненько, прикольненько, что могу сказать. Вот такая рыбина маленькая, но говорят, жареная такая вкусная. Ты что, мне подкидываешь рыбёку? А, моя уже. Так, соревнования продолжаются. Ну, ты лидируешь. Пока что, но ничего, мы еще научимся. Сейчас. А? Как перестанет, перейдем. Ага. Какой кайф, какое наслаждение. Вон они, красотульки идут. Вот они идут. Да, блин, слетает половина, если не больше. Да, приучиться надо ловить ее. У тебя не слетает, да? Получше. Слетает, да? Или ты шустрее просто вытаскиваешь с воды их, да? А, они тут, да, внутри. Ну, внутри, ладно. Оп. Переходим в другое место. О, здесь перестало клевать. Капитан сказал, идем в другое место. Выдергивали наши крючки, смотри, чтобы не замотало, завит, не зацепилось ни за что, чтобы удочки остались целые. В общем, вот такие у нас соревнования пока что. Ну что, крутяк, мне очень нравится. Как тебе рыбалка? Нормально? Супер просто. О-хо! Окропило водой. Вот подходим к другим рыбацким лодкам. Тоже вот здесь рыбачат. Все на буях стоят, а мы дрейфуем. Ну, в общем, капитан знает, что делает. Дрейфуем, чтобы рыбку косяк найти. А то, вот смотрю, там ребята стоят, рыбачат. Что-то успехи не так уж и хороши у них. Ну ничего, рыбалим дальше. Пока тихо. В сравнении с тем, что... А? Сан! О! Что-то... Что-то зацепилось.
Вытягиваем. Смотри, чтобы у нас с тобой не стянулись удочки. Ага, вижу. Идет. Оп. Я тоже? Есть, отлично. Вот такая рыбина попадается. Я говорю, на косячок наплывает, то нет-нет, да? То раз косяк. И... Сейчас мы еще не научились рыбалить правильно. Говорят, здесь есть такая рыба, голяк, слышишь, да? Это у меня друг Серега на море работал, людей возил. Ну, прогулки там туда-сюда. А новичок на море. Говорит, рыбки захотелось жареные. Поехал до рыбаков, говорит. К одним подъезжаю. Мужики, что, рыба есть? Они кричат, голяк, короче, понял. Тот развернулся, дальше поехал. К другим подъехал. Рыба есть, голяк. Ну, а тот уехал, короче, обратно в гостиницу. Там, в гостинице, около гостиницы работал. И у него спрашивают, ну что ты за рыбу съездил? Есть что? Да, говорят все, голяк. Ну, а что ты голяка не взял? Тот говорит, какого голяка? Он говорит, типа, голяк это рыба, говорит, ё-моё. А он говорит, думал, что голяк это, короче, нету рыбы. Ну, как это, знаешь, блатные же разговаривают, да, типа, там. Есть же свои такие. Ё-моё, я сколько опустил там? Километр, наверное. Слушай, ну капитан, он так потихонечку вытягивает, не торопясь. Ага. А мы с тобой ее рвем, как не знаю что. Слушай, как быстро относит нас, да? Незаметно от лодок. Рыбацких вон. Ну ты смотри, какое расстояние уже. То рядом были уже сейчас. Переехали в другое место. Сейчас здесь будем пробовать. Ну как в другое, обратно вернулись, можно сказать. Это надо где косяк, якорь кидать, понял, да? Ищем косяк, да? Вон там женщина ловит впереди. А мы с тобой что-то это совсем расслабились. А? Нашли косяк. Что, у тебя есть? Ох, нифига ты ее за хвост как. Петлей какой-то. Мертвый. Тоже за хвост. Ага. По одной штучке пока что. Косяка не нашли. Но это... Косяк где-то рядом, раз хоть по одной клюет, да? Ожидается шторм. Что это там у тебя? А, бычок? Да нет, что-то... Голяк, на дне. Это голяк.
да. Вот про эту рыбу я говорил, голяк. Это ставрида. А я скумбрия, а? Ага. А я, блин, скумбрия, ставридка. Вот это я знающий, да, морской рыбы. Профессионал, можно сказать. Доставаем, отходим. Так, сейчас будем переезжать на другое место. Опять вернулись. Но вот здесь вот косячок, понятно, аж катушечка не хочет крутиться. Ну, такая катушечка, что там идет несколько штук. Вот, две штуки убежало. Дорога идет. Вот. Специально так и ставит, чтобы под лодку затягивал. Я заметил, когда вот так лежит, ее когда вытягивает, не клюет в таком положении. Надо вниз под лодку, чтобы оно вертикально было. В общем, рыба здесь не клюет. Перестала клевать, сейчас отойдем туда поближе, к буям, где обычно стоят и ловят. Посмотрим, может там что-нибудь еще нам повезет поймать. Сейчас вот то, что мы поймали, по мелочи. Красота! Вот такая вот рыба. Вино у вас? Вино хорошее или чаще? Не, вино лучше. У вас здесь прям холодильник, да? Конечно. Все как положено. Да? Да. А, вон она где. Чуть-чуть наловили. Чата, вы что, венца? Надо за первый десяток выпить. Закусить есть помидорчики с салатом. Не, это же вино, зачем? Сейчас мы за первый десяток и опять в бой. Не, он за рулем. Это я сегодня без руля. Ну, за первый десяток. Вино вкусное, да сладкое. Ну, я поставлю здесь, да? Конечно. Я еще приду. Да, ради бога. Вино. Да, да, видел. Да. Продаете его, да? Нет, сигареты, это... Я не делаю это, я беру товар. Чисто вот, блестяще. Ну да, вкусное прям. Как сок. Насыщенное такое. Ну все, за первый десяток выпил, пошел ловить. А вы откуда? С Краснодара. А, местный. Да. Вы из Белореченска? А, Великовечер.
Так, все. Теперь должно клевать. Ты венца не хочешь? Че, клюет? Нет у тебя? Ну, за второй десяток. Че так клевать перестал, как я за первый десяток. Мы же его уже поймали. Так что надо продолжить. Одна, осторожно. Мы просто ведра сюда не поставили. Что там, клев не начался? А то я уже выпил за второй десяток. Да, волны, конечно. Ого, я размотал за 3 километра. Слушай, губы соленые, облизал губы. Губы соленые. Это все равно капли попадают, наверное, воды, да, вот. Что-то попалось, наверное. Ага, одна штучка. Вот она, красотуля. Хоть уже одна, видишь, за второй десяток выпил, поехал на рыбалку. Ставритка. Ну, переходим к мысу, вон там он. Капитан говорит, что там лучше клевать. Посмотрим, но все равно уже поздновато для клева, я так понимаю. Вот это нас накрыло сейчас волн. Ух! На ту сторону ходить, а то призрак. Класс! Сколько рыбы мы наловили. Вот такая вот красота. Будем жарить. На жареху наловили. Все, рыбалочка у нас закончилась. Провели время прекрасно. Что я могу сказать? Для первого раза рыбалка на море с катера мне очень понравилась. Но вот хотел еще попробовать рыбалку подводную, вернее охоту. Ну, вышел на разведку, как видите, посмотреть, есть ли рыба или нет. И проплыл и под всеми кирпичами, под всеми скалами. В общем, на камнях, на песочке, под берегом, в глубине. Ну, ни одной рыбы я не увидел. Ну, видимо, из-за того, что просто очень холодная вода. Пришло какое-то течение, вода 14-15 градусов. В общем, даже некомфортно купаться. Так что рыба, видимо, отошла куда-то на глубину, в теплые воды. Так как до этого уже вода нагревалась до 24, считайте, на 10 градусов вода остыла. Ну вот и все, вся моя рыбалочка, конечно, не удалось показать, как я стреляю под водой.
Ну и может быть это и к лучшему. Не убил ни одной рыбы, только поймал на крючке. Ну, в общем, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будет приятно. Оставайтесь со мной. Будем рыбачить вместе. Всем большой привет. Всем здоровья. Всех благ. В общем, ждите моих новых видео. Буду снимать, показывать по мере возможности. Ну, все. Всем пока. Thank you.